открываю глаза. Передо мной незнакомый белый потолок, стены в белом кафеле, яркий свет, дикий холод, я голый, тишина, и тело не чувствую. Я понял, все это морг. О, Боже. Вот и я не подумал. Пока не увидел раковину и унитаз. Оказалось, это ванная Парамонова. Это тот безумный экстрасенс прошлой программы. Но я бы не сказал, что он безумный. Предсказал, что меня ждут большие перемены. Предотечки. К лучшему. Ванет, положи тон пожирнее. Нормально, Арсик. Арсик! Арсик, твоя режиссерка совсем с катушек съехала. Она меня посадила рядом с группой «Карамельки». Это абзац какой-то. Пересади меня срочно, потому что я с ними сливаюсь. А я, между прочим, самостоятельная артистка. У меня свое собственное творчество. Так, вопрос улажен. А уж творчество было боги. Завидуешь? Ну, ёпрость. Арсик, ну кончай бухать. Ну что завидуешь? Как с того света? Марин, слизь с мозга, тяжелая. Слоная такой. Да. Не жужжи, рисуй лицо, через 5 минут начинают. Так, заготовили, стопа. Марин, будь другом, отсади Стешу от группы «Карамельки», а? А ну что, не все твои девушки? Нет, Стеша у меня одна. Из постоянных. Марин, меня слышно? Так, доставка. Отлично, камеры. Ребят, первое общие, второе зрители, третий батон от крупно. Момент настал. Забудьте обо всем, что произошло за день. С вами снова я, бессменный ведущий шоу «Поболтаем». Арсений Платонов. Самые острые темы и неожиданные гости. И самые провокационные вопросы к ним. Живое мнение здесь и сейчас. Ведь мы в прямом эфире. Так что, друзья мои, из нашей песни слова не выкинешь. Ну что, поболтаем? Хорошо. Кран ближе. Тема нашей сегодняшней передачи ниже. В олимпийскую сборную через да. Постель. Возможно ли это? Выслушаем разные стороны и мнения. У нас сегодня в студии эксперты, а также представители Министерства спорта, представители российской сборной. Популярная группа «Карамельки» и моя любимая певица Стеша. А мы встречаем первую гостью, мастер спорта по синхронному плаванию Ольга Марьянова. Следующий гость – известный журналист, автор нашумевшей статьи «Почем билет в большой спорт» Анатолий Куцман. Ольга, подождите, мы же еще не начали обсуждение. Я хочу ему глаза выколоть, чтобы он не писал себе такие гадости про мою семью. Я написал правду. Да? Мой муж влиятельный чиновник, но я люблю его не за это. Позвольте уточнить, он не просто чиновник, он один из официальных кураторов олимпийской сборной. Вторая на микрофон, быстро. Ближе, поправься. Хорошо. Как домогался до тебя и обещал место в команде. Понятно, за что. Это, между прочим, тоже своего рода коррупция. Да это же все зависть. Я тренировалась как проклятая. Спорт это же, ну, это вещь объективная. Если ты не выдаешь результат, не тянешь, тебя никуда не возьмут. А я считаю так. Ну, я думаю так, что спорт это как шоу-бизнес. Нужны деньги, раскрутка, ну, влиятельные, покровительные люди. Какого она влезла, чтобы, идиотка? Третья, ну, дай мне зрителей крупники. В общем, крупники. Потому что в спорте очень много талантливых. Хорошо. Вот спортсменов. А мест в команде, в сборной, ну, в общем, мало. То есть ограничено получается. И поэтому так получается, что вот фигуристки, они выходят замуж за чиновников всяких, а легкоатлетки, к примеру, за продюсеров. Ну, в общем, я так думаю, что... Арсик, твоя звезда лажает. Ну, это очень большая массовая проблема такая. Дорогие друзья,
Дискуссия еще не началась, а в нашей студии уже так горячо. Напоминаю, что каждый из вас может позвонить и задать свой вопрос участникам нашей телепередачи. А мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Обещаю, скучно не будет. Отлично. Перерыв 3 минуты. Зрители не расходятся. Арсик, не надо, чтобы она опять заговорила. Как скажешь, мама. Ну, ты, по-моему, нормально. Извините, Арсений, а правда, что сегодня будет присутствовать подружка Марьяновой, которая расскажет, как ее будущий муж в самом деле шантажировал? Ноги хотел переломать, и не только. Ничего себе. Хотя чему удивляться, это же наши чиновники. Педофил на педофилии, за филом погоняй. Ой, ну не делай такое лицо, как будто ты не знаешь. Это же наше правительство. Там вообще все извращенцы. Арсик, мы в эфире. Ты меня слышишь? Мы в эфире. Ты меня слышишь? Что? Я говорю, мы в прямом эфире. Я завтра же в эфире принесу извинения. Слушай, а давай сделаем из этого новое шоу. Скажем, тема покаяния. Или нет? Как я сказал большую глупость. Арсений, ты дебил. Ладно, Вить, ну если вдуматься, ну что я такого сказал? Может, никто не заметил, а? Заметил. Ты знаешь, кто звонил? И что сказал? Меня здесь больше нет. Вить, ты же хотел, чтобы шоу было острым. Шоу острое. Скандал повышает рейтинг. Рейтинг-то повысить. Мы уже без тебя. Вить, погоди. Ну давай поговорим. Стой. Вить, ну подожди. Винтя, ну и пошел ты. Ты меня на любом канале с руками оторвут. Да мы бы тебя с руками оторвали. Пойми, Арсений, мы государственный канал. Да, мы не государственный канал. Но мы же в России вещаем. Прости, старик. За язык тебя никто не тянул. Арсений, вы чудесный, прекрасный профессионал. Моя жена вас обожает. Но вы в черном списке, а мы рассчитываем на субсидии. Да, автограф для жены. Можно? Меж нами памяти туман, ты как во сне. И как во сне. Наверно, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Мои друзья. Я знаю, мой дельтаплан. Это что значит? Как ты мог так со мной поступить, Арсик? Ты ведь теперь в черных списках, а я же твоя девушка. Мне теперь даже страшно представить, как это может сказаться на моей карьере. В смысле? Ну ты классный, Арсик. Но все говорят, что нам нужно расстаться. И даже Стасик так считает. Кто? Ну мой продюсер Стасик. Я буду скучать по тебе. Ну ты и дура. Ты сам идиот! Ты совсем обалдела? Это моя квартира, я за последний месяц платил.
Да я вообще завтра получу работу еще круче. Ты еще меня умолять будешь, чтобы я вернулся? А где мои дизайнерские рубашки? Все будет хорошо, дружок. Ну, ляпнул фигню в прямом эфире. Эту историю забудут. Главное, я в тебя верю. Ты профи. И все вокруг тебя любят. Надо просто подождать. Принеси мне огуречный сок с базиликом. Что за дрянь? Для почек полезно. А для сердца? Волокордин. Будьте добры, два огуречных. Хорошо. Я радуюсь, как ты вообще цепляешь без напряга. Я вкладываю, вкладываю. Ты поешь? Кстати, как у тебя с валютой? Да так, совсем немного. Что, столько зарабатываешь, не откладывал? По выходным Куршавель, Монако, Сан-Тропе. Сам подумай. Потом Стешу катал по Европе. Сука. Тачку взял. Кредит. Красиво живешь. Если надо в долг, я дам. Лучше дай мне новый проект, понимаешь? Работай. Я уже думаю об этом, дружок. У меня даже уже мысли есть. Может, ты свалишь куда-нибудь, пока не уляжется. В Тайс летай. Пузо на солнце погрей. Чакры открой. Вдруг меня позовут, а я в Тайс летай. Смотрите, в Москве сейчас делать нечего. И с жильем напряг. Может, к маме? Огуречный сок. Забыл, где мама? Пожалуйста. В Оржеве. Ржачно. Я убит под Оржевом в безымянном болоте. Это там в 5-й, в 9-й роте. Да, старик Твардовский. Не раскисай. За твое победное возвращение в Москву. Ваше любимое ток-шоу «Поболтаем». И я, его новый ведущий, Никита Пашков. Важные... Сенечка, тут все твое самое любимое. Мам, я уже лет 20, как не Сенечка. Не, ну ты посмотри на этот бред. Интересный вопрос. Что в нашей жизни важнее для девушки? Ум или красота? И возможно ли идеальное сочетание? Должна ли красивая взяли девушка черт знает кого. Парень нулевой вообще. Наш публику не держит, а? Фотомодель. Победительница прошлогоднего конкурса красоты «Мисс Москва» несравненная... Ну и пусть, Сенечка. Может, оно и к лучшему, что ты с этой программой расстался. Ты же у меня такой умный. Ты мог бы вести серьезные телепередачи. Вялая борода, а. Конкурсов красоты в том, что они недостаточно умны. Знаете, я считаю, что интеллект — это не самое важное в жизни. Ну, не остроты тебе, не вопросов, интересно. Сенечка, у тебя же серьезнейшее образование. Ты дипломированный профессионал. Мам, не начинай, а. Хорошо. Они погибают на своих местах рабочих и получают мало денег. А еще возникают на нас красивых. А ведь красота спасет мир. Ты найдешь себе другое дело. И это будет уже новый этап. Он, наверное, уже давно-давно умер, да? Достоевский Федор Михайлович. Слышала, наверное? Есть такая станция метро, по-моему. Ничего. После такого провала... Они ко мне еще на коленях приползут. Тогда я им такой гонорар сломлю, как у Урганта. Нет, в два раза больше, чем у Урганта. Да ну что там, в три? Нет, в три это уже слишком. Они мне еще моральный ущерб заплатят. Все ж познается в сравнении. Да. У тебя всегда был вкус.
Анюта Жан, я в этих названиях потерялся. Зачем тебе эти суши и муши? Ты такую дольму готовишь. Ладно, давай еще раз сначала. Унаги-маки. Угу. Медленно говори, я не запомню. Давай на виски. Хорошо, я тебе сейчас перезвоню. О, стой, так ты же этот. Этот виски нальешь? Ну ни хрена себе, в наших краях настоящая звезда. Подожди, сейчас нальем. Благодарю. Я Макс. Арсений. А ты чё не там? А, пройденный этап. Через пару месяцев у меня начнется реально крутой проект. Карьерный рост, все дела. Смекаешь? А здесь что делаешь? Взял творческий отпуск. Решил маму навестить. А то же скучает старушка. Да, точно. Что-то я слышал, что ты из Ржева. А ты какую школу закончил? Первую. Мой ты, дорогой, как я счастлив познакомиться с нашим лучшим выпускником. Как можно вас называть? Просто Арсений. А почему вы не ходили к нам на встречу выпускников? Мы каждую весну такие красивые праздники устраиваем. Ну, у меня как-то было много дел. А сейчас у вас творческий отпуск, да? Да. Я думаю, что вы обязательно должны навестить свою родную школу. Вы даже не представляете, как это будет хорошо для наших школьников. Мы организуем для вас специальную VIP-встречу. Все для вас. Пообщайтесь со школьниками. Они будут просто счастливы. Настоящая телезвезда, наш бывший ученик, обычной ржевской первой школе. Это же такой стимул для наших школьников. Да мы из других школ ребят позовем. Это же событие такое. Творческий вечер с известным ведущим. Моя дорога к успеху. А? Как тебе? Занят. Что скажешь, Арсен? Арсений. Хорошо, дорогой, ты пойми, нельзя отказываться. Это же благотворительность. Это тебя. Меня? Благотворительность в наше время уважают даже в Голливуде. Ты современный человек, ты поймешь. А почему бы и нет? У меня все хорошо. Только нужно тему сформулировать как-то по-другому. Секреты успеха. Да мы такую встречу устроим для тебя, что английская королева позавидует. Оказывается, убился. Тамара Семеновна, вы что? Телевизор не смотрите? Книги читаю. Не стойте на проходе, присаживайтесь быстрее. Раз, раз. А вы-то куда, Виктория Михайловна? Здесь же душно. Ну, мы же должны это видеть. Мы всю беременность его передачу смотрели, Тамара Семеновна. Привет, родная школа! Ну, как все вы, наверное, знаете, я закончил именно эту школу. Не могу сказать, что я был отличником,
Да и никто из учителей вам этого не скажет. Поэтому золотая медаль в наши дни давно ничего не значит. Главное — это знать, чего хочешь. Я вот еще после 9 класса понял, что телевидение — это круто и интересно. И после школы поступил на факультет журналистики. Удивительно, Арсений Петрович, как вам это удалось? Там все-таки конкурс. Да, Марта Семеновна, так это ж пед. Бабье царство. Поэтому поступил я легко, учился тоже. Немного улыбки, обаяния, и дело в шляпе. Ну, голову тоже надо включать. Иногда. Катастрофа. Да, Тамара Семеновна, формальная ваш коллега. Забавно, правда? Но мое основное призвание — это тележурналистика. После школы я поставил себе цели, вот, как видите, все получилось. Ой, я смотрю, у кого-то уже возник вопрос. Скажите, а ведь многие люди заканчивают театральные институты, а известными не становятся. А как стать звездой? Да, врать не буду, пробиться сложно. Но, как говорил Теодор Рузвельт, самая главная формула успеха — это знание, как общаться с людьми. На 100% с этим согласен, лучше и не скажешь. Следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, какая у вас зарплата? Ну, вообще-то такие вещи не разглашаются, но на жизнь и тачку хватает. А что за тачка-то? Нормальная тачка. Porsche Carrera. А вот я читала, что у вас очень много женщин, и что вы типа сердцеед. Это реально так? Ну, журналисты часто преувеличивают, но да, я всегда нравился девушкам. Еще с 8 класса. Перерыв 10 минут. После обеда продолжим нашу творческую встречу. Не волнуйтесь, все будет нормально, гарантирую. Игорь Валентинович, дорогой. А можно с вами сфотографироваться? Со мной. Конечно, девчонки, не вопрос. Вот и домой. Доверяю тебе нашего гостя. Проводи его в столовую, а? Хорошо. Так, ну тогда и на мой тоже. Спасибо. Позвольте представиться. Игорь Валентинович. Извините, можно просто Игорь. Алгебра, геометрия. Гурген Карлович мне вас поручил сопроводить. Отлично, пойдем. Арсений Петрович, а можно мне тоже с вами сфотографироваться, пожалуйста? Слушай, давай попозже, ладно? Держи. Прошу вас. Не знал, что взять. Все выглядит одинаково стрёмно. Наверное, такое особое чувство. Оказаться в родной школе. Как вам тут? Много изменилось? Давай на «ты». Давай. Да. Салат из морковки по-прежнему дрянь. Никогда не понимал, зачем тут изюм. Приятного аппетита. Уже сосиски отличные. А как тебе коллектив? Я имею в виду женскую часть. Наверное, с телезвездами не сравнишь. Слушай,
Тёлка либо красива, либо нет. А где она, в поле или в телеке, неважно. Всё равно голая. Ты как Казанова говоришь. Казанова так говорил? Забавно. Спокойно проходим и садимся на свои места. Артём. Привет. Привет. Проходим. Егор. Здрасте. А ты здесь с какими судьбами? Или ты специально приехал меня повидать? Ну, вообще-то я здесь работаю учителем. Ты учителем? Ничего себе. А что такое? Я просто думал, у тебя дела лучше. А дела у меня отлично. Дорогие друзья, объявление. Викторию Михайловну благополучно увезли в роддом. Ура! А вторая часть творческой встречи специально для 10 Б пройдет в кабинете русского и литературы. А вот и Арсений Петрович. Вы знаете, старшеклассники, просто мечтают услышать вашу историю. Ведь скоро им тоже поступить там всякие вузы, вузы. Все, оставляю вас. Всего хорошего. Старшеклассник, давайте договоримся. У нас здесь не урок, у нас все свои, окей? Ну что, продолжим? Вопрос. С чего начинается успех? Пожалуйста. Нет ответа. Как я уже говорил, прежде всего нужно сформулировать цель. О, давай, начнем с тебя. О чем ты мечтаешь? Поступить в институт, в Москву. Что? Ну, говори громче, не стесняйся. Да похудеть. О, шибко смелая, я посмотрю. Не из робких. И чего хочешь в жизни? Стать моделью, встретить принца и улететь в Монако? Ну, мечта любой красивой девчонки. Но скажу тебе по секрету, если хочешь чего-то добиться, без мозгов никуда. Круглый отличник, я посмотрю. Чувствую, идешь на золотую медаль. Собираешься в престижный вуз. Ну и что? Да нет, круто. Но просто в глазах одноклассников это не успех. Мне не важно их мнение. Да ладно. Конечно. А одноклассниц? Эй! А как же мнение Алины? Оно тебя что, не интересует? Нет. Все, мое сердце разбито. Скорую, срочно, скорую. Я позвоню. Тихо! Постой. Сбегать это не решение, так ты никогда не добьешься успеха. Нужно уметь принимать вызов. Да. Вот яркий пример неправильного позиционирования. Ну что, продолжим? Кто следующий? Здрасте. Здрасте. А вы не подскажете, какой предмет ведет Мария Куликова и где ее найти? А, Маша. Ага. Ну, она... У нее второклассники. Это начальная школа. А, ясно. Слушайте, так здорово у вас здесь. У нас таких экспонатов не было. Ой. А можно я... Что-то? Сфотографирую. Да-да. Прошу вас. А? Скелетона. Можно? Класс. Спасибо. Я пойду. Пока. Пока. Hello.
Как прошла встреча с старшеклассниками? Спасибо, прекрасно. А не подскажете, начальные классы так и остались на этом этаже? Да, проводить? Нет, спасибо, я помню. Окей. Nice guy. Мария Куликова, срочно пройдите в учительскую. Ребят, садитесь. Привет. Чего тебе здесь надо, Платонов? Зашел узнать, что ты делаешь сегодня вечером. Сплю. Да? Да. А у меня есть идея получше. Хороший ресторан, хорошая компания. Это ты о себе? Ужин со звездой? И заметь, сама звезда тебя приглашает. Лично. Да, наглость – второе счастье. А иначе так просидишь всю жизнь. У нас большой опять коллектив, пригласи кого-нибудь другого. А что так? Да ярко светишь, звезда, боюсь ослепнуть. Ясно. Сама им жалеть будешь? Потом в меня урок, ты мешаешь. А можно фотку на память? Отлично выглядишь. Адьос. Ребят, садитесь. У меня сегодня было путешествие в прошлое. Полдня провел в своей бывшей школе. Нереальное чувство. Как будто смотришь старое детское кино. Как будто слушаешь песню, которую крутили тогда на школьных дискотеках. Например, вот эту. Наслаждайтесь. Есть новости? А, занят? Ну, ладно, перезвони. Здрасте. Что случилось? Случилось, Арсений, конечно. После вчерашней встречи дети в себя влюбились. Ну и коллектив в восторге. Спасибо, Гурген Карлович. Рад, что все окей. Арсений, а ты еще здесь? Ты, по-моему, говоришь, что у тебя творческий отпуск. Ну да, что-то вроде того. Прошу, дорогой, зайди ко мне завтра после обеда, а? Есть одно дело. Не телефонный разговор. Ну, хорошо. Постараюсь найти время. До свидания. Это зверь, а? Ненавижу Порше. Ой, Дэна, я думаю, что ж ты себе до сих пор такую же не купил? Это же Каррера 911, 350 лошадей. Разгоняется меньше, чем за 5 секунд. Чума. Да плевать на тачку, он сам чума. А я хочу такую же шляпу. Понимаешь, Арсенчик, как мир переменился. Все эти сети, Wi-Fi и iPad'ы. Уже мозг стал другой у школьников. Я их не понимаю. Спасибо. Вот поэтому и между учителями и учениками получается большая дыра, бездна. Надо их учить по-другому, да. Вот, например, твоя творческая встреча. Какой хороший пример, а? Молодежи нужны
такие правильные темы. Например, как добиться успеха. Клянусь школой, они так внимательно слушали тебя. Ну, в целом, да. А это очень сложно. Они никого не уважают. А ты сходу оп, и справился. Да. После сотни безумных домохозяек уже ничего не страшно. Лай. Тут я с одной-то иногда справиться не могу. Эти женщины... Слушай, я вообще не понимаю, у этих женщин что там? Это точно. Вот наша литература ушла на декрет. Я все понимаю, бывает. Я старался, нашел новую. Вчера эта новая что мне говорит? Что она тоже беременная. Да ну? Да-да-да. И на работу не выйти. У нее, знаешь, что говорит? Это токсикоз. Нервничать нельзя. И все. Старшие классы остались без литературы. А у меня впереди проверки ГРОНО. Учителей нет, литературы тоже. Ставки висят. А эти бюрократы, родной мой, нас просто растерзают. Ужасно. Арсенчик, дорогой, как мужчина, мужчина, тебе прошу. Выручай. Ты же педагогически закончил, да? Журналистику. Но у тебя диплом с преподаванием русского языка и литературы. Я узнавал. Да ну, вы серьезно? 2 недели, максимум 3, пока я учителя не найду, а? Да, но меня могут вызвать в Москву на проект. Но пока же не вызывают. Пока туда-сюда сколько пройдет. А ты нас здесь спасаешь и плюс зарплата. Да не, ну я же не учитель, ну. Просто посиди в классе. Они все равно ничего не читают. Гурген Карлович, я вижу, вы деловой человек, но... Я доплачу. Конечно, деньги небольшие, на Порше не хватит. Даже Жигули не купишь. Но судьбы детей, мой дорогой, у них же ЕГЭ. А как они без литературы, а? Извините. 10-й Б. Так фоткаться не модно. Дураку понятно, что тачка чужая. А как надо? За рулем или на пассажирском? Здесь 350 лошадиных сил, да? Собираешься в машинах? А то. Ух. Скорость не боишься? У тебя веселый аттракцион, Платонов? Деток катаешь? Не только. Могу и тебя прокатить. Спасибо, обойдусь. А что опять ты здесь делаешь? А как ты думаешь? То есть ты ко мне зря стараешься. Ой, Куликова, ты до сих пор думаешь, что мир вокруг тебя крутится? Ну, наоборот, кто у нас звезда? Вообще-то я по делу приехал. К вашему Гургену. Он мне предложил учителем поработать в замене. Вот думаю, соглашаться или нет. Ты? Учителем? А что? Как-то странно, ты вроде сам еще не вырос. Меня уважают. Молодежь тянется к успешным людям, а это уже полдела. Платонов, ты будь хоть 100 раз звезда, ты с ними не справишься. Да? Посмотрим. Напомни, дорогой, сколько ящиков в фургоне? А, это немного. Привези, дорогой, разместим у нас. У меня еще место есть. К
Кто будет против? Да все радуются тут. Это возмутительно. В учебное время Арсений катает школьниц на личном автотранспорте. Я потом перезвоню. Дела тут. Гурген Карлович, а что он вообще здесь делает? Что вы еще затеяли? Тамарочка Семеновна, я вас очень прошу, вы не нервничайте. Давайте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я сейчас для вас сделаю кофейку. Я не понимаю, зачем нужно было устраивать эту дурацкую творческую встречу с учениками? Тоже мне величина. Вы хоть бы спросили. Я его со школы знаю, он же троечник. Кто троечник? Арсений, вся эта мерзость из телевизора. И так детям в голову вливается. Зачем же еще усугублять? Между прочим, творческая встреча прошла гениально. И выручка приличная. Опять бизнес. Это ужасно. Тамара Семеновна, с вами я полностью согласен. Но зато теперь мы сможем купить новый видеопроектор для кабинета истории. Гурен Карлович. Здрасте. Знаете, я тут подумал, а почему бы и нет? Подростки — это даже забавно, новый опыт, все дела. Короче, я согласен. Ты мой дорогой, вот понимаю, настоящий гражданин, человек. Вот теперь дети до старости будут благодарны тебе. О чем речь? Тамара Семеновна, я могу поздравить нас. Мы решили проблему. Наш Арсений... Петрович. Петрович согласился работать у нас преподавателем русского языка и литературы. Временно. Я увольняюсь. Давай. Заучим Урганта возьмите. До свидания. Тамара Семеновна! Арсения Платонова сегодня в школе. И машина его во дворе. Кстати, а что он по гороскопу? Скорее всего, водолей. Стрелец-гомосей. Ирочка, хочешь проверить на совместимость? Не выдумывай, не твоего полета, птиц. Что такое? Сама глаз на него положила, да? Nothing special. Обаятельный, симпатичный, но не Брэд Питт, конечно. Хотя успех притягателен, это правда. Я думаю, у него много поклонниц. Поклонниц, наверное, а женщин нет. Вы даете. Это ваш Арсений, он же из другого лагеря. Тот еще представитель голубого экрана. Дорогой коллектив, прошу внимания. Дорогой коллектив. О, звонок уже был? Да, скоро будет. Ага. Позвольте представить вам нашего нового коллегу. Арсений Петрович решил нам помочь. Некоторое время он будет вести литературу в старших классах. Мама дорогая. Завуч не против. Я очень надеюсь, что это ненадолго. Конечно, Тамарочка Семеновна. Мы же давно об этом с вами договорились. Так что прошу любить и жаловать. Знакомьтесь, обживайтесь. Учтите, Арсений. Да. Я буду следить за вами. Да, я буду следить. Как вам будет угодно. Арсений, поздравляю. Я очень рад. Так неожиданно. Здорово, что мы будем теперь работать вместе. Сам в шоке. А как же ваша работа на ТВ? Взял паузу. Хочу развеяться перед новым проектом. Сменить обстановку, так сказать. Вакейшн. Да. Салют. Привет. Катя, физрук. Решить мне отсюда выйти на воздух. Забавный. Арсений Петрович. Кто вы по гороскопу? Да оставь его, пожалуйста, в покое. Ну, видишь, красавец. Будет на кого в столовую посмотреть. Игоречек, умоляю, прости меня. Ничего, Ангелина Степановна, я не ревную. Сяду? Спасибо. Маш, знаешь новости? Арсений Петрович теперь с нами.
Тяжелый случай. Коллеги, увидимся. Маш, ты чего? Ты с ума сошел? Ну ладно, Гурген, хозяйственник, он мыслит по-другому. А ты-то чего согласился? Зачем тебе это? А что такого? Ну, побуду немного учителем. Новый экспириенс. Приключения. Приключения? А ты не думал, что это ответственность? Я думал, что мы сможем чаще бывать вместе. Пойдем, кстати, сегодня в ресторан. Отметим? Нет. Почему? У меня дети дома ждут. Круто. Семья, значит. Арсений Петрович? Здрасте еще раз. Я тут подумал, может быть, мы с вами, ну, сходим куда-нибудь, ну, отметим, так сказать, ваше назначение. Не сегодня, дружище, настроения нет. Шарфик, кстати, лишний. Учителя рисования у нас тоже нет. Такое надо запить. Куда ты предлагал пойти?